я смотрел раньше кино о том, что будет в будущем. И вдруг 2010-й стал годом грядущим. Хоть 90-х тех же не было Wi-Fi и суши, но и сейчас по улицам не ходят пиксели с ружьями. Я по-прежнему не видел на районе киборга, чтоб кто-то с бластера стрелял или пускал огня. Зато на днях в Орловском некое кавказское трио ножом или заточкой ёбнули мента. Если еду до кольца, то стою на Дмитровке, там пробки с утра до ночи и с ночи до утра, и шлем одевать ни к чему, и нету штурвала в руках, баранка, две педали вместо механики, автомат. Планета Марс, помните ту женщину с третьей грудью, там как-никак Марс. У нас на Земля девочки не в классике играть, они курить больше любят, есть маза им таких же марсиан и рожать. Продолжают ведь вещать и сейчас мутанты с экранов, находясь при этом как бы в настоящем времени. Прием, Джордж Лукас, это Джон, если будешь снимать «Звездных войнов», Йода пусть восстанет с лицом Зверева. 21 век, высокие технологии, а человек упрям, слепый мир его остался пошлым. Играем в прятки со временем, он законом вводим, бегаем искать его вперед, а находим в прошлом. 21 век, высокие технологии, а человек упрям, слепый мир его остался пошлым. Играем в прятки со временем, он законом вводим, бегаем искать его вперед, а находим в прошлом. И где те типы, кто прикладывают кисть к экрану, когда на кассе пробивают, скажем, хлеб и сметану? Если так было, им со счета списали бы ману. По факту все банально, no money, no honey. Если заметку 39 ртуть забежала, я в стакане растворяю химию, спасая жало. Заранее знаю, что тот день не за горами, вопреки бессмертию, остаться в чьей-то памяти файлом. Обновить данные физиологии, 2 секунды лоудинг, и нет побоев по физиономии. Без ноги ветеран не верил сказки и патологию, вспоминал курс, глядя по ТВ войны роботов. Я ж как-то шел по платформе зимой в районе Лобни. Дано поломка пути провода, ответ пешком до дома. 20 километров, градусов столько же с минусом. По первому шел телепорт и дом и сок с чипсами. 1, 2, 3, земляне собрались с мыслями. 20-10 за факты в числах и точка. И к слову, если гуманоид ко мне войдет в форточку, я точно дам ему поддых, чтоб поприсел на корточку. 21 век, высокие технологии, а человек упрям, слепый мир его остался пошлым. Играем в прятки со временем, он законом вводим, бегаем искать его вперед, а находим в прошлом. 21 век, высокие технологии, а человек упрям, слепый мир его остался пошлым. Играем в прятки со временем, он законом вводим, бегаем искать его вперед, а находим в прошлом.